Собрание кредиторов создано по требованию залогового кредитора ООО «Регион». Из-за отсутствия кворума собрание признано несостоявшимся. Вообще, по данному вопросу, по прекращению хозяйственной деятельности, продолжению ведения хозяйственной деятельности, вопрос рассматривается сейчас в арбитражном суде. По результатам рассмотрения данного спора будет вынесено решение продолжать деятельность хозяйственную РМК или закрывать. Скажите, как кворум, то есть сколько процентов кредиторов? Сколько сейчас на данный момент пришло, да? Вы должны сказать, что столько пришло, сколько чего? Меньше 50. Пришло очень мало. То есть у нас большие сейчас кредиторов, это налоговая и регион. Регион, ФНС присутствует, а кто еще из кредиторов? Значит, смотрите, ФНС, регион, медико-санитарная часть СЭПа, Комбат, Главное военно-строительное управление номер 5 и ИП Атамалиев, если я не ошибаюсь. Без комментариев сказала. А, вы сказали без комментариев, ну, извините. А почему? Ну, нет у меня такого, таких полномочий комментарий давать. Есть руководство, которое будет давать полномочия комментарии. То есть вы не хотите комментировать ситуацию на заводе? Нет. Для этого есть конкурсный управляющий, он прокомментирует ситуацию на заводе. Мы за то, чтобы продолжало работать не конкретно по РМК, а производство, и люди были сохранены. А конкретно в процедуре конкурсного производства по РМК не должно работать, потому что в соответствии с законом о банкротстве цель конкурсного производства – это прекращение деятельности, реализация активов. Конкурсный управляющий вправе выбрать иную процедуру банкротства, которая позволит сохранить производство и развиваться и именно под, скажем так, брендом АП «РМК». Все кредиторы, я думаю, поняли, что работающий завод стоит гораздо больше, чем неработающий завод. И даже если это будет процедура продажи, то требования кредиторов будут более удовлетворены, чем продажа актива неработающего по объекту.